наглядная демонстрация того, что такое линза Френеля. Вот мы видим, автомобиль стоит сзади меня. Я вот так вот в зеркало вижу только его стекло, а через линзу я вижу его полностью. Вот это называется линза Френеля. Вот и сами решайте, нужна она вам или нет. По мне так, очень даже дополнительная хорошая опция для вашего автомобиля. При парковке задним ходом она, возможно, даже вам и поможет.